Thank you. Алина? Да? Привет, это Александр. Да, сейчас бежим. Вы же внизу, да, уже? Да, мы перед входом. А, все, бежим, а то? Единственный раз мог воспользоваться телефоном. Ну, немного там 30 минут, но они вот сколько было, столько и есть. Давай зайдем сюда, не угонят у нас. Не знаю. Да. А мы здесь близко. Ну хорошо, мы можем вот здесь это поставить. Ты не упадешь? Не упадешь. Их даже видно вообще. А? Укатили. Ну ладно, пойдем посмотрим, куда там их покатили. Пойдем посмотрим, а то... Пойдем. Как ты сказал. Их видно, да. Давай пройдем и посмотрим хоть, что это. Что за отель? Ритц Карлтон. Палас. Ты можешь задние ключи попробуем, если она заработает. Да. Не хочет, да? Можешь? Пока не хочет. Можешь ее открутить? Сейчас я посмотрю, может быть, там что-то. Ладно, да. Я не знаю, чего там с ней. Да, нормально. Когда она совсем разрядилась. Ноль. Ну вот я про это, я этого и боялась. Ему убирала, она тоже. Так, у меня есть пакет для камеры. Сейчас, подожди, она что-то там ноль, я не знаю чего. Сейчас пакет, наверное, да. Так, тогда винт на место? Винт на место, она исправляет кадр. А, ну так что, она, есть, мы дождемся ее или не дождемся? Кого? Кадру? Камеру? Камеру. Ну вот она исправляет, не знаю. Сейчас исправит. Ну хорошо. Исправляет файл. Ладно. Файл восстановлен. Так. Ну не 1%, поэтому это бессмысленно. Понятно. Хорошо, давай говори тогда со каким. Я ее выключаю, ты ее складываешь, этот винт прикручиваешь. Поэтому 1% это не вариант. Так.
Это можно складывать, я ее уже отключил. Отключил? Да. Хорошо. Достаю пакетик. Мы еще достанем пакетик. От меня тоже бутылки будут. Пакетик. А, вот здесь. Мне давал. Так, значит, смотри, есть побольше, есть поменьше. Да, все равно. Давай побольше. Давай побольше. Да. Алина пишет, что у меня брат пластырь приклеивает. Простите за задержку. Видимо, стер. Ну вот елка. Почему? А я уже снял эту. А у тебя где провод сам? Вот я уже положил в карман. А зарядка у тебя осталась в кармане сама? А сама карман, да, зарядка так и осталась. Я пытаюсь поднять хотя бы часть. Ну, ты можешь себе это позволить. Я бы тоже бы чего-нибудь. Да? Но здесь уже как говорится, я тут не распоряжаюсь. Ой. Встречай гостей, передний там. Там где я? Привет, Саша. Привет. Да. Здравствуйте. Вот дочь моя Алина, а это младший сын Максим. Привет. Да. Ну что, куда пойдем? Где-нибудь посидеть же надо, наверное. Да, как скажешь, я не знаю. Ну, может, здесь, знаете, а можно в Магдаке посидеть? Хочешь в Магдаке? Ай, у нас там самокаты еще стоят. Ну вот как раз тогда плачу в Магдаке, там на улице. Тут самокат. У него как раз это самое пластырь. Ему на самокате. Да. Поедешь на самокате? Нет, на самокате. На самокате поедешь?